всем ребята. Это дебют месяца. Ну, королевский. Да, соперник играет королевский против любого, да. Дебют основных 5 отличных. Вот. Ну, я знаю. Е6. Втыкаем Е6. И c5. Да. Слушай, я уже в порядке. Конь c3. Конь c6, да, каракан простой дебют. Просто ферзь b6, мне кажется, поточнее. Ой. Это король, он так не ходит. Подожди, подожди, мы не можем ничего сделать. Ты хочешь здесь рубить? Не-не-не, я хочу... Давай, ладно, конь h6 пойдем, прикольно ход. Конь h6? Вот так хотим. Да. И сюда. А ну, вот хочешь... теперь мы можем побить... Нет, не можем. Вот Не, так? Можем побить на d4, да. Отлично. Слушай, ну я в каракане не прибавил, да? Да. Почти все просто поднимаю. Сейчас на CD слон. А, ну-ка, сейчас просто конь f5, да. И всего нас сейчас сюда. Не, погоди, погоди, погоди. Конем пешку бей. Только, да, лучше эти. Выиграли пешку. Подожди, подожди, там по слону e3 не попадешь? Нет, не попадешь, бей конем. На слон e3 что будет? Ферзь. Слон e3 будет конь c2. А, тактика. Тактика, тактика, да. Типа на ферзь c2, ферзь e3. Ну да, и там все отлично. Да, согласен. А почему не можем усилить слон c5? Мы можем слон c5. Сейчас только слон c5 не надо. Сейчас лучше так, да. И в 2, да, дадим? Смело. Сейчас мы... Да, теперь можно в 2. Вообще не прикопаешься здесь к черным. Погоди, давай подумаем. А пробить коня на b3? Я лучше пробил бы коня на f5 убрал бы. Ну хорошо. На f5 конь отлично. Вот сюда куда-то хотим, да? Ну, пока, может, никуда, пока, может, ладьи Ну подтянем ситуацию. сейчас 2-0 нельзя, потому что конь e3. 2-0 нельзя, потому что это ход Да, не левый. да. Ну ладья там f1 нельзя. Ну вот, может, просто ладья d8. Ну давай. С идеей d4. Другая. Ну ладно, ничего страшного. Что твоя ладья, наверное, будет делать? Отдыхать. Че такое вот изверг вообще? Ну вот так что ли? Да. Вот ладья на e8 уже, наверное, обскакивал ладью пойти. Уже, видишь, под темп попали. Ну, придется ладья e8 играть. И сейчас d3, да? Нет, сейчас a5. Опять? А, зачем? Слон мешается. Ну, слушай, вот ладью кто-то переставь куда-нибудь, и все было просто шикарно. Так, ну сюда что ли? Ну, там туда коню надо будет отступать. Да, ну может реально, что ли, ладья. Давай лучше ладья d7. Ну так что? Да, ну теперь так. И d3, вот так, да? Не зевни на a5. Ой. Лучше на b2 побей сразу. На b2 побить? Пешку. Ну да. хорошо. Ну ладья b1. На 3. Да. Ладья b1, мне кажется, не сыграл. Да. Ладья c8 проще. А так, нет такого удара? Так, ладья f2 будет. Ладья c8? Да. И вот сюда хотим. Ну, давай, заводи. Заводим кармелиту. Коня на e3 заводи. Вот сейчас жесть вообще, да? Угу. Вот сейчас жесть началась. А все, нет защиты. g3 держит. Давай, сейчас, погоди. Может быть, вот так вот, такое отвлечение? Ну, я как раз об этом и думал. Ну, h5, ладно, просто там он успеет нас сбить, по-моему. А, ну так он g4, да. Да и d3 просто. О, да-да. Повели, ферзи. Может, что-то и сильнее было, но это самое простое. Эфир d4. Добьем. Да, только ходи быстрее, 35 секунд. О, ничего себе. d2? Не знаю. Ладья e2 давай, ладья e2. А, вот так хотим. Тебе надо подправить эти знания нотации. Что-то нехорошо. Ну все. Да. Ферзем бьем? Ну конечно. Потом ладья же еще зависит. У него единственный ход ладья e1, по-моему. Здесь. Нет, не надо завешивать, он не побьет. Ну, сдаст. Наверное, сдастся. Прикольная партия, мне кажется. Ну, ладья FD8, конечно, ход нам серьезно осложнил. Все. Все, бей, ферзя. И ферзь где-то и мат. Победа. Красивая победа. Нормально, более-менее.